Универсальный спортивный комплекс «Мордовия» находится в самом центре Саранска. В нем одновременно могут проходить несколько турниров по разным видам спорта. Вот и в этот день тут соревновались футболисты, волейболисты и даже была выставка собак. Хотя самым массовым мероприятием все же был открытый чемпионат и первенство республики по ММА. Мордовия, Чувашия, Пензенская и Ульяновская области привезли сюда больше 100 одних из лучших бойцов Поволжья. Жеребьевка по строениям и в бой. Местная федерация ММА уже в 8-й раз проводит свой внутренний турнир в открытом формате. Смешение разных стилей, так скажем, разных тренерских идей в голове, да, все это только идет на пользу. Из этого люди извлекают какие-то уроки, как тренеры, так и сами спортсмены. С удовольствием откликнулись, и мы всегда рады, как говорится, таким приглашением и поучаствовать в соревнованиях по ММА. Тем более такие возраста от 12-13 и старше. В турнире принимали участие бойцы от 12 лет и старше. Несмотря на то, что ММА очень жесткий вид единоборств, у двух младших возрастных групп сильные ограничения в ударной технике. Например, нельзя бить в голову, также запрещены удары коленями и локтями. Жадовский клуб «Пересвет» стал самой молодой командой на этих соревнованиях. Только два монастырских спортсмена были старше 18 лет. Оба они, прекрасно пройдя полуфиналы, немного не дожали в конце и стали серебряными призерами в своих категориях. А вот пересветовская молодежь разошлась не на шутку. Причем в финале представители Ульяновской области щелкали соперников как орешки. Александр Гуськов победил за 13 секунд. Алексей Бузов вначале оглушил соперника мощным ударом в голову, а потом добил его в партере. А финальную схватку Глеба Тулупова пришлось прервать судье. Рефери стало жалко перепуганного соперника, монастырского бойца. Результатами я доволен. Ребята показали себя, проявили в боях очень хорошо. И что самое главное, удалось обкатать и попробовать в своих силах новичков. В итоге в Ульяновскую область уехали 12 медалей. 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая. На награждении выяснилось, что пересветовец Жахангир Игамбердиев удостоился медали и грамоты за волю к победе. Сейчас времени почивать на лаврах нет. Старшим пересветовцам от 16 лет предстоит жесткая подготовка. Уже в конце марта в Казани стартует чемпионат и первенство Поволжья. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для «Улправда». ТВ.